Здравствуйте, дорогие подписчики, и мы продолжаем проходить игру Невероятный Человек-паук 2. Нам нужно обезвредить бомбы, 3 штуки. Миссии эти вообще делать бесполезно, пока делаешь одну, у тебя уже опять 3. Вторую делаешь, уже опять 3 и так далее, и до бесконечности их можно делать. Я столько времени на них угробил, просто кошмар. Так что будем по сюжетке идти. Потом, если что, как-нибудь... Побегаем на досуге, так сказать. Да что ты, хватит мне стрелять. Опа. Ни в чем не заметная бомба. Ах, жуки. Иди ко мне. Да что ты будешь делать? Ты что творишь? Отлично. Иди сюда. Отлично, этот готов. Отлично, этот тоже готов. Следующий. Надо было устроить соревнование по брейк-дансу. Готов, этот тоже готов. Открыть достижение металлом. Их 20 штук замочил. Это хорошо. Так, и что с ней делать? Этому место на береге. Это мы сейчас быстро исправим. Готово. Теперь может взрываться. Ой, красиво. Отлично. В восточном Мидтауне обнаружено подозрительное устройство. Опа. Начинайте эвакуацию. Опачки. Странно. Блин. Дали геройский поступок. Это меня радует. Опачки. Чё тут? Лезем. Опа. Сквозь текстуры. Это мы могем. Мы же все-таки Человек-паук. Он об здание головой биться. Это в нашем репертуаре. Так. Ай-яй-яй. Конец пути. Да. И прошкреб крышу. Конец пути. Естественно. Никак не могу отличить нормальный спецназ от предателей. Но они все охотятся на меня. Так что не важно. Так-то да. Идите ко мне. Идите к папочке. Да. Сейчас мы это исправим быстро. Готов. Следующий. Опа, снайпер. Готов. Зергут, ты откуда там? Ну фиг с тобой. Нам надо бомбу по-быстрому. Отлично, давай побыстрее. Время вроде много. Больше, чем в обычных бомбах. Вроде долечу. Вот так вот как-то. Скадыч. Киюшки. Еще один пакет. Ух ты, как его высоко запилили-то. Слышу. Где-то тут. Какая нафиг бомба? Тут же листочек где-то журнала. Про свою бомбу. Вот он, вижу. Иди к паучку. Да. Иди к папучку. Оп-оп-опс. Попс, ну-ка иди сюда, к папочке. Готов, отлично. Следующий. Окей, сейчас. Это что за... Что за кракозябрн там летает? Ой-ой, что ты тебя пере... Тихо. Пи-п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 и
Ползти, давайте ползти. Нет, давайте лучше забежим. Пи-п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 и. Что такое? Да, надо быстрее шевелиться. Ну-ка, подбирай. Отлично. Что это такое? Юху, скорость-то какая. Не знаю, куда ты целился, но мы чуть не упали. Офигеть. Успел? Успел. И не говори, паучок. В моем городе никто не устанавливает бомбы. Никто! Кто тут мордобой устраивает? Все свободные патрули направляются чё? В здание Аскорб. Выставьте оцепление и... Опа, что-то вижу. В здание проникли опасные вооруженные преступники. Да кто там все проникает? Нужно спешить. Достали вы уже проникать. Что-то тут светит, и слышу, не могу пройти мимо. Опа, вижу. Да что ж ты будешь делать-то? Опа, отлично. Ну-ка, иди к папочке. Че, готов, да? Получил? Так, нам надо подлечиться. Юху, летим! Прикинь, мордасом в землю. Было бы смешно. Да. Так, давай. Встань. Перевяжись. Давай, перевяжись. И сходим в Аскорб опять. Нас в Аскорбе ждут. Мы тут город спасли, а нас убить хотят. Отлично просто. Правоохранительный орган на высоте. Опа. И не говори. Ты что сейчас было? Лично. Еще 7 штук. Да. Чую, что там. Опа, ну ты как от воздуха-то отталкиваешься? Расчудесник. Ох, ну нифига себе. Будто вас Аскорб взорвали бомбу. Или даже несколько. Я в курсе, что ребята из спецгруппы считают меня новым Аль Капоне. Но сейчас есть опасность пострашнее. Гоблин вытащил нас из Рейвенкрофта и дал нам эту броню. Он наш босс, и ему нужен ты, живой или мертвый. Лично я за второй вариант. Опачки. Еще один? Парни, я, конечно, понимаю, что психи с логикой не дружат. Но я вашего гоблина в жизни не встречал. Тебя знает, босс. Он платит нам, чтобы мы доставили тебя. Ну-ка, иди сюда. И так можно, да. Ну-ка ко мне иди, рукопашный тебе. И следующий. Отлично. Отлично. Иди к папочке. Отлично, и последнее, иди к папочке. Готов. Иди к папочке. Готов. Давай, перевязывайся. Сейчас нас... Какого босса? Ты как разговариваешь? Расчудесник. Чё там? И что это было сейчас? Давайте залезем, там кто-то фонариком светит. Братень, ку-ку. Идем к папочке. Там сундучок какой-то. Так. Иди сюда. Отлично. Глубоко внутри тебя прячется испуганный ребенок, правда? Готов. Который сейчас получит по лицу.
Сундучок, сундучок. Хорошо. Все вот-вот обрушится. Если кто-то остался внутри, нужно их срочно вытащить. Че? А как я это сделаю? Тихо. Мне показалось? Что? Ты как там? Где там? Алло? Спасение жизни в первую очередь. Это не обсуждается. Сейчас помогу. Не встать. Да ты чё паутину пускаешь? Спасай давай. Чё-то обломки везде одинаковые. Давай, влади. Так, это готов. Кто следующий? Да не за что. Да хоть ты напиши. Че? Вы видели, да? Так, что тут дверь можно открыть? Нельзя. Как к ней попасть? Ладно, поползем по стене. Спасение жизни в первую очередь. Это не ой-ой-ой, поджарились. Привет. Ага. Готово? Где еще? Ты где там? Ай-яй-яй, жарко. Привет. Задыхаю. Ты горожанин, что тут делаешь? Блин. Ты настоящий герой, паучок. И не говори. Вот он летит. Да. Ах ты ж гоблин. Ах ты ж гоблин. Ну ладно. Все равно на третьем уровне. Кто тут? Кого спасти? Да помогу сейчас. Да правда что ли? Капитан Очевидность. Вот если вы видите вот это вот то, что в сеть кто-то заходит в Steam, это вообще... Так, я забыл, как там режим выставить. Ладно, после этой серии выставлю. Отлично, сейчас довезем заложника. Сейчас уйду. Очки бы сняла и увидела, что я нормальный. Отлично. Слова потрясенной жертвы. Да не за что. Да ничего, какая твоя разница? Отлично. Давайте доберемся, что ли? Почти готово. Вижу, вижу. Листочка. Ай, хорошо, да. Да где ты там? Иди. Иди к паучку. Иди к паучку. Готово. Погнали дальше. Что там светится? Я вижу, что светится. Ага, страничка. Отлично. Еще 5. Не, в пожарах не участвую. Я напожарился уже, все, мне хорош.
Не норм. Опа. Да. Так. Мы пришли. Давайте, я думаю, на этом закончу. В следующей серии продолжим. Что там с этим гоблином творится. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. Всего хорошего и до встречи.